Привет, я Тимур, и мы находимся в парке «Спасибо Сергею Семеновичу». Мы пришли сюда для того, чтобы узнать, как же все-таки люди относятся к пенсионной реформе. Давайте посмотрим, как вы относитесь к пенсионной реформе. Что вообще думаете? Я считаю, что пенсионная реформа не нужна. Но когда вам увеличивают пенсионный возраст, как вы будете относиться? Разумеется, негативно, потому что мы еще молоды, и мы понимаем, что это настолько для нас бесперспективно ждать пенсионного возраста, что все очень грустно. Но я лично переживаю за своих родителей, которым придется теперь еще работать дольше намного. У меня очень переживает по этому поводу папа, который боится просто не дожить до этой пенсии. Среди наших знакомых в основном взволнованы те, кому 2-3 года осталось. Это самая возмущенная категория граждан. Да вообще никак, мы же не доживем. Относительно пенсионной реформы, я думаю, положительно. Почему? Ну, потому что я экономист, знаю, откуда деньги берутся. В принципе, мы экономисты, я продолжаю свое экономическое образование. Я считаю, что именно выплаты, которые мы будем отчислять в пенсионный фонд, скорее всего, не в полной мере будут выплачены нам, так как мы не доживем лет до 90. Тут же по телевизору показывают глубинку, где не пьяницы. И показывают, что им до районного центра 50 или 60 километров. И девочки-подростки бегают, да? И они не могут на работу, у них нету денег. И мне кажется, что эти люди будут все время безработные. Они не найдут работу, они не сейчас. Возраст такой еще не пенсионный. Они ее просто не найдут работу. Дело в том, что у нас пенсионеры-то работают не из-за того, что им хочется работать, а просто жить на что-то надо. И то, что продлят возраст пенсионный, это не значит, что у пенсионеров от этого жизнь будет лучше. И они пытаются как-то все-таки подзаработать себе на черный день какие-то деньги лишние. Поэтому они и работают лишние года, чтобы какие-то накопить денежки. Я считаю, что это возможность работать дольше по новой пенсионной системе касается только чиновников. Я даже не ощущаю, что у нас прямо и многие доживут и устраивают. Нет, это очень-очень-очень сложно. Пенсия больше не будет, то, что кому-то пробавит возраст. А если не секрет, сколько вам осталось до пенсии? Теперь уже не знаем. Наши пенсии, на них жить невозможно. Ну какая ситуация? По сути, людей ограбят. Ничего страшного, всем пенсии хватит. Вы думаете? Да, кто доживет.